Огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. С вами рубрика «Открываю новую косметику». Очень люблю эту рубрику. И сегодня открываю много средств, которые у меня закончились. От компании Mary Kay открываю повторно вот такой вот жидкий хайлайтер. У меня прям все уже на донышке. Здесь кнопочка, но я ей не пользовалась. Мне была там такая стеклянная палочка, и вообще весь продукт в стекле. Вот такой вот сияющий хайлайтер. Мне он очень нравился. Был в ограниченном выпуске. И вот из своего запасика открываю его для себя. Следующая из декоративной косметики открывает компания Tiandé. Буду пробовать первый раз фломастер подводку для глаз, рисовать стрелки. Следующая от компании Mary Kay у меня закончилась вот такая тоналочка беж N150 для комбинированной кожи. Вот открываю для себя новенькую тоналочку. Мне очень нравилась она, подходила, она адаптируется. Вот эти вот новые тоналки, знаете, они такие классные тем, что даже если немножко с цветом, допустим, вы промахнулись, как вариант, через некоторое время она прям адаптируется к коже. И вот в оттенке беж N150, нейтральный 150 оттенок. Для контуринга прям идеально. Я наношу его на скулы, на нижнюю часть челюсти. И еще использую более светлые. То есть одновременно в макияже использую две тональные основы. Так, это коробки. Открываю две губные помады от Oriflame из серии One Color. Сейчас посмотрим. Значит, вот эта губная помада мною очень любимый цвет. Я такую прям уже все доиспользовала до донышка. Вот, открываю новенькую. Так, значит, 387-42. Повторила. Буду заказывать новенькую себе. И вот такую показывала вам, более персикового оттенка. Вот, открою ее. Ну вот, это у нас оттенок, сейчас сфокусируется, чтобы вам видно, 387-43. Дальше, у меня закончились полоски с витамином С. Здесь таких вот 12 пластинок. Там витамин С в каждой пластиночке. Открываю такие вот пластинки повторно для себя. Следующее. От компании Mary Kay у меня закончился филлер для лица. Открываю филлер новенький для себя в очередной раз. Мне нравится его добавлять в свой уход на какие-то где-то складочки, морщинки, или развожу его с тоником и наношу его как сыворотку на все лицо. Повторно открываю лифтинг-сыворотку от компании Mary Kay, тоже закончила новенькую лифтинг-сыворотку. Хорошо поддерживает треугольник молодости. Со складками носогубными работает. Ну, в общем, классно. Здесь такое вот окошечко. Можно проследить. Поршень плавно поднимается. Сколько у вас этой лифтинг-сыворотки. В общем-то, очень довольна после вообще использования, применения этой сыворотки. Поэтому уже неоднократно она у меня в использовании. Следующее. Закончила я вот такую вот упаковку биоцеллюлезных масок. И Тавайстрипе здесь 4 маски, вот использовала всю, и вот открываю новую коробочку. В общем-то, вход у меня идет это биоцеллюлезная маска. Конечно же, открываю сыворотку с витамином С, вот очередную из упаковки. Использую ее и по утрам, по вечерам, и плюс вечером с полоской с витамином С. Для сияния, для выравнивания тона кожи, для напитывания кожи, в общем-то, вот эту вот сыворотку. Сейчас я вам показывала, кстати, в заказе Mary Kay сыворотку вообще в другом формате. Но это вот у меня еще запасы вот есть. Еще, наверное, коробочка точно есть. Потому что и клиенты спрашивают, и сама активно использую эту сыворотку. Очень люблю при куперозе, при покраснении, при чувствительной коже она прям идеальна. В общем-то, а это у меня до следующего открытия будет.
А далее, значит, тоник открываю. Вот такой вот Royal Velvet от Oriflame. Он такой гелеобразный. Мне нравится вот его. А дальше, что у нас еще? У меня закончился скраб для губ. Series 1 Lips, чтобы губная помада хорошо ложилась. В общем-то, такой пилинг для губ. Такой вот скрабик. Я тоже все разрезаю до конца. Уже свой тот разрезанный просто уже доиспользовала. Вот его открываю. И еще бальзам есть в этой серии, вообще в системе для губ. Но бальзам у меня есть, я открывала вместе с вами. А вот скрабик у меня закончился. Следующее, что? Так, открываю зубную пасту для всей семьи надо. На этот раз вот такое вот мыло, шведский спа-салон. Вот так выглядит мыльце. Шведский спа-салон для тела. Прям можно им прям пилинговать. Можно и руки мыть. Ну, как, в общем, для чего хотите использовать. Следующее, что открываю. Новинка была в ограниченном выпуске. Серия компании Mary Kay. Это Satin Hands. Это вышла. Показывала вам, что заказала. Хочу попробовать. Знаю, что по отзывам очень крутой продукт. Это жидкое мыло для рук. Вот такое вот большое. Вот к системе для рук вообще. Вот оно вышло. Тоже в ограниченном оно выпуске было. Расхватали, мне кажется, как горячие пирожки. Вот это жидкое мыло. Вот его открываю. Дальше что? Конечно же, краску для волос в оттенке 5.25 нужно будет. Покрашу волосы прям в ближайшие дни. Дальше гель для душа вот такой вот от Oriflame с авокадо. У меня будет перелит как в жидкое мыло. Вот, наверное, на кухню поставлю это, поставлю в ванну. Перелью как жидкое мыло. Вот. А вот этот пойдет в ход гель. Будем и мыться. Такой кремообразный сейчас на холодное время года. Прям самое то. Так, и еще открываю от компании Тиандея комплекс с виноградной косточкой. Здесь 30 таблеток. И они, знаете, в блистерах. Вот такие вот в этих. Как в таблеточках. В общем-то, вот такой комплекс с виноградной косточкой. Вот это вот все те продукты, которые я на этот раз буду использовать. Много всего в декоре, на что закончилось, в уходе. Вот для волос, для тела. В общем, все-все самое нужное, самое необходимое и самое такое минимальное, что вот прям всегда что-то заканчивается, уже начинаю так подумать. Вот это открою. Ну, вот как-то так. Вот самый такой минимальный набор, то, что я буду вот в ближайшее время начинать использовать. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч.